Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам. Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем протидії безпілотникам, йдеться у повідомленні, яке поширюють ізраїльські медіа. Ці системи мають допомогти протистояти іранським дронам, які використовує Росія проти України. І треба зазначити, що Ізраїль вперше після вторгнення Росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї України. Україні. Про це будемо і не тільки говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Григорій Тамар, офіцер армії оборони Ізраїлю. Григорій, здравствуйте, привітаю вас в ефірі. Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать. Мы помним о том, что, скажем, геополитическое положение Израиля очень сложное, он окружен такими враждебными государствами, некоторые из них хотят уничтожить Израиль. И помним о том, что Израиль занимал очень осторожную позицию по поводу России. Сейчас видим, что правительство Израиля утвердило, позволило, да, оборонным своим компаниям продать антидроновые системы. На ваш взгляд, а что изменилось? Дело в том, что прежде всего мы должны понимать, что Израиль, как мы там не гордимся нашим государством и не относимся с уважением к нашей армии, службам и так далее, Израиль все-таки это государство, которая, ну, развивается и движется с начала 70-х годов в фарватере американской внешней политики, ну так вот, если сформулировать это понятным языком. И те решения, которые принимают наши национальные лидеры, безусловно, они отражают и наши интересы, но они учитывают и интересы в той или иной степени Соединенных Штатов и иногда некоторых других западных государств. И в силу того, что Израиль воспринимает себя как некая часть коллективного Запада, то я думаю, что вот в этом ключе нужно рассматривать и подобные действия израильских политиков вот в том аспекте, который вы сейчас затронули. Но я хотел бы несколько слов сказать вообще о ситуации, которая позволила Израилю в конечном итоге иметь эффективные средства нейтрализации дронов. Дело в том, что Израиль, в отличие от многих других государств, более десятилетия, я уже не помню точно, сколько прошло лет, ну там 10-15 лет назад, столкнулся с необходимостью ликвидировать иранские дроны, которые вторгались на различных этапах в наше воздушное пространство. И вот, кстати сказать, первая в истории войны, первая ликвидация дрона с помощью боевого вертолета как раз вот произошла в Израиле около 10 лет назад, когда боевой вертолет был поднят по тревоге для ликвидации двух иранских ударных дронов, которые проникли в наше воздушное пространство. То есть у Израиля накоплен достаточно богатый опыт для того, чтобы ликвидировать дроны различными способами, в том числе и способами радиоэлектронной борьбы, и в том числе так называемыми, ну, в просторечии называемыми электронными пушками, в том числе и другими различными средствами и технологиями. Я не знаю, какие именно средства будут в данном контексте переданы вашей стране. Да? То есть тут есть ассортимент достаточно велик на самом деле. Вот. Но я хотел бы отметить в данной связи, что это очень важный момент. Мы говорим о том, что это вид вооружений, который произведен Ираном, и мы говорим о том, что это беспилотник. То есть из израильского оружия, так сказать, не будет вестись нашего государства. И давайте, так сказать, не забывать, да, что Россия на сегодняшний день невероятно истощена в военном отношении войной с Украиной. И ее, ну, так сказать, былые возможности к экспорту оружия, они сильно подорваны, то есть давайте не будем преувеличивать масштабы этих поставок. Я не знаю, сколько конкретно боевых самолетов они в состоянии передать. Я знаю природу, откуда эти самолеты появились. То есть в свое время они готовились для Египта, они были заказаны Египтом. Речь идет фактически о нескольких летательных аппаратах. Они по каким-то причинам не были переданы Египту, там сделка сорвалась в последний момент, и вот сейчас эти самолеты, они сняты с консервации, и речь идет о том, что они будут переданы Ирану, или уже переданы. Но смотрите, Иран и так, он имеет возможности, у них есть ракеты радиуса действия 1600 километров, это позволяет
им, в принципе, при желании дотянуться ракетной рукой до Израиля. Они стремятся к созданию атомного оружия. Израиль вынужден учитывать это. Во-первых, наша система ПВО, она, так сказать, единственная в мире трехслойная система ПВО, которая позволяет и подобные ракеты в случае необходимости сбивать. Но Израиль, понимаете, система ПВО, это уже, если она сработает, то это будет говорить о том, что наши другие силовые структуры, так сказать, проявили халатность и нерасторопность. И я склонен предполагать, что Израиль будет предпринимать действия превентивного характера в случае, если действительно станет речь идти о том, что у Ирана есть ядерные технологии, которые вот позволяют именно произвести конкретно боеголовку ядерную. Но дело в том, что, к несчастью для нас, у Ирана есть намного более простые и эффективные способы воздействия на нашу страну, это вот как раз активизация иранских, в свою очередь, прокси. Это организация Хизбалла, которая находится на территории Ливана, и это организация Исламский джихад, которая находится на территории сектора Газа. И мы отдаем себе отчет, что в случае такой конфронтации, такой вот уже лобовой и неприкрытой, мы окажемся втянуты в очередную северную для нас войну. Но мы к этому готовы, мы понимаем, что эта война будет тяжелая, что бомбардировкам будут под, так сказать, ракетным обстрелам будут подвержены наши города. Мы в таких ситуациях уже бывали неоднократно, и с Божьей помощью справимся и в следующий раз, если придется. Хочу с вами еще, знаете, поговорить про ситуацию в Украине, с вами как с человеком, который понимает, да, в военных действиях. Вот сейчас мы, разумеется, очень много и подробно говорим о том, что должно состояться большое контрнаступление украинское. Более того, мне кажется, еще в начале года, еще в январе, возможно, еще в декабре говорили о некой гонке. Да, что вот кто быстрее подготовится к наступлению, будет ли это Россия, российские оккупанты, или будет это Украина, которая освобождает свои территории. Вот по состоянию на сейчас, если, ну, судить, да, из того, что вы видите в медиа, или из того, что вы видите, скажем, среди заявлений других экспертов, кто в этой гонке ближе к финишу? Давайте посмотрим на, так сказать, проанализируем действия обеих сторон за последний месяц. Вот все говорили о том, что зимой начнется широкомасштабное наступление российской армии. Вот я хорошо помню этот момент, это был примерно февраль, когда вот все говорили, задавали мне вопросы, ну когда же она начнется, когда же начнется это наступление вот российской армии. И я всем говорил, дорогие друзья, оно идет уже, оно идет с середины января, это большое наступление российской армии. Вот события под Угледаром, это попытка российской армии использовать массы бронетехники. Вот они были уже, все, уже сгорела эта колонна, ее уже нет. То есть, понимаете, эта война... помимо жестокости, помимо там, крови, бомбардировок мирных городов, она еще продемонстрировала вопиющую тактическую оперативную безграмотность командиров российской армии. Это очевидный факт. И то, что мы сейчас видим, это вот мы переживаем под Бахмутом большое широкомасштабное наступление российской армии в той форме, в которой они в состоянии его развить. Вот это их максимум. Мобилизация всех усилий российской армии привела к тому, что ведутся бои за город, который имеет тактическое оперативное, играет тактическую оперативную роль в рамках этой кампании. Что же касается ваших контрнаступательных действий, то за время этой военной кампании ваши вооруженные силы предприняли два широкомасштабных контрнаступления. Одно под Харьковом, другое под Херсоном. В обоих случаях речь шла о том, что были использованы абсолютно разные тактические приемы для ведения наступательных действий. В обоих случаях можно говорить о том, что в перспективе эти обе наступательные операции будут разбираться в военных академиях мира как пример удачных контрнаступательных действий с использованием интересных тактических приемов. Поэтому я думаю, что и в третий раз ваш генеральный штаб во главе с вашим генералом Залужным продемонстрирует нам креативный подход, военную смекалку и высокую результативность. У меня в этом нет никакого сомнения.
Что же касается направления удара контрнаступательного, ну, я, естественно, не имею там закрытой информации, могу лишь на основании открытых источников анализировать то, что происходит. Мне кажется, наиболее перспективным является рассечение российской группировки южной с выходом к Азовскому морю для того, чтобы в перспективе добиться оперативного окружения крымской группировки и при последовательном нанесении огневого поражения по этой группировке можно принудить ее к капитуляции. Должен ли быть уничтожен Крымский мост для этого? Да, он должен быть поврежден. Но не с этого должно начаться, а это должно быть, так сказать, кульминацией. Ясно. Слушайте, ну вот еще, знаете, хочу расспросить у вас о такой ситуации, которую мы увидели непосредственно в непосредственной близости к Крыму, к временно оккупированному Крымскому полуострову. Это как раз сбитый российскими истребителями американский беспилотник MQ-9 Reaper. Там по-разному оценивают, сколько он стоит. Речь не о том, он был в нейтральных водах, он, согласно определенным международным договорам, мог там летать, мог собирать информацию. И, в принципе, все знали о том, что вот подобные беспилотники там находятся. Россия их сбила, его сбила этот беспилотник. Более того, даже не скрывала того, что очень хочет его получить. Скорее всего, речь идет об акте таком техноканнибализма, ну, в смысле, что, возможно, они хоть хотят посмотреть и использовать те технологии, которые в нем используются. С информацией, кажется, там сложнее, потому что, ну, было заявление со стороны Пентагона, что вся информация была уничтожена дистанционно. Мы увидели, что, ну, никакой резкой реакции не последовало. Кажется, в Вашингтоне вызвали посла России, ну и, в принципе, все успокоились. И тут у нас, знаете, возникает такой диссонанс. Мы помним, какое напряжение в американском обществе и в американском политикуме вызвало тот факт, что там летали какие-то воздушные шары Китая, да, и вот сейчас новый такой этап эскалации между Китаем и США. А почему на этот MQ-9 Reaper отреагировали настолько спокойно, как вы это оцениваете? Ну, во-первых, мне тут хочется отметить тот факт, что все-таки российские боевые самолеты не сбили этот беспилотник огнем боевых средств поражения, да, использовали такой достаточно креативный способ, как слив топлива. Я в этой связи посоветовал российским ВВС в следующий раз попробовать поднять по тревоге гражданский самолет и путем сброса багажа попытаться чемоданом сбить беспилотник, ну, когда в следующий раз такое произойдет. Так, чтобы развивать креативный подход, так сказать. Вот. Ну, смотрите, во-первых, вы совершенно справедливо отметили, что в тот раз речь шла о том, что китайский зонд проник на территорию Соединенных Штатов и был сбит уже, насколько мне помнится, уже вот, собственно, в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Здесь же речь шла о нейтральной полосе. Российская сторона, как я и подчеркиваю, не решилась наносить огневое поражение по этому летательному аппарату. Да? То есть можно было, так сказать, интерпретировать до определенной степени это как некую аварию. Да? Но я думаю, что с обеих сторон это такая вот проба сил, попытка взять на слабо ту или иную сторону. Ну и давайте мы не будем забывать, что если бы вот это был пилотируемый аппарат и погиб бы пилот, ну мы понимаем с вами, что была бы совершенно другая реакция. А когда речь идет о железке, даже пусть очень дорогостоящей, американцы к таким вещам относятся намного более спокойно, собственно, как любые западные страны. Понятно, понятно. Григорий, спасибо вам большое за этот разговор. Григорий Тамар, офицер армии обороны Израиля, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.